Привет, рыболовы! Сегодня проверим гречку. У меня вот такие вот гречневые хлопья. Они, мне кажется, лучше всего подойдут для прикормки. Тем более быстро готовятся. Просто заливаем кипятком. И 5 минут стоят, и гречка наша готова. Так вот, мы пришли на водоем. На речку, точнее. Забиваем в кормушку наши гречневые хлопья. Сейчас мы проверим гречневые хлопья, а потом попробуем еще в гречку добавить чеснок. Погружаемся под воду. Глубина чуть больше метра. В этой речке водится много карася, плотвы, окунь. Ротан попадается, щучки. Как видим, на нашу гречку приплыла плотва. Вот окушок, и за ним, смотрите, стая окуней. Мелкого окуня стая прям. Класс. Окуни проплыли и опять подплывают плотвички, которые пробуют гречку. Но я бы не сказал, что плотве очень сильно гречка понравилась, точнее гречневые хлопья. И смотрите, опять стая окуня. Все же не такой реакции я ожидал от гречки. Ни один карась так и не приплыл, хотя его тут, в принципе, полно. Итак, в общем, приехала я домой. Сейчас в нашу гречку добавим чеснок. Я приготовил 2 зубчика маленьких чеснока. Сейчас выдавим в гречку, перемешаем и посмотрим, как будет работать гречка с чесноком. Тщательно перемешиваем. О, запах прям пошел такой классный, гречка с чесноком. Забиваем в кормушку и в этом же месте будем проверять гречку с чесноком. Подплывает плотвичка. Оба, она проглотила прям моментально. Мелкий окушок подплыл, понюхал. Или что он там сделал? Смотрите, ребята, линь. Вот линя я здесь давно не видел. Красавец. Подплыл на запах гречки с чесноком. За линем практически сразу подплыли караси. Ну, теперь мы точно знаем, что запах чеснока манит карасей. Караси очень быстро приплыли на эту прикормку. Вот так вот, казалось бы, одни и те же хлопья, но стоит добавить в них чеснок, и сразу совершенно другой результат. Он что, нажевывает?
Вот так вот, друзья, гречка с чесноком работает. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь, кто не подписан. Всем удачи и до новых встреч!